Так, ну вот я примерно такой изобразил. Вот, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 кусочков, да? Все выбрал. Теперь соединяю в одно. Ctrl-J. Опа. Что у нас тут присутствует? Где что? Почему не хотим правильно соединяться? Угу. То есть вот в этом, в этих кубиках есть вот что. Мы говорим о play. Это оставим. Вот здесь говорим о play. И еще этот есть, этот есть, этот есть. Так, еще раз выбираем все. Так, нахлобучку сделаем. Теперь Ctrl-Z. Теперь оно собралось все вместе. Так, хорошо. Далее прячем лицо, нам не надо. Это убираем, это убираем, и это убираем. И идем только вот с этим скульптингом. Говоришь, они по-разному, да? Так, давайте мы ремеш сообразим ему сначала. Shift-R. Скажем так, ну... 400 попробуем и скажем ремеш. Ну что ж, нормально. Единственное, что вот эти вот разные, ну ничего, мы их сейчас поправим. Ремеш то один. Не важно, как они выглядят, правильно? Так. Смотрим, такая волнистая вся, понимаешь ли. Такое еще мне не приходилось делать, честно говоря. Так, здесь заровняем. Тут подровняем. Тут можно вообще все выровнять. До тюти. Использовать вот эту. Так, вся она такая волнистая, волнительная прическа получается. Вот так примерно, да? Еще мы могли бы немножко поработать в том плане, что возьмем вот эту двигатель процесса, вот так его подвигаем чуть-чуть. Так, так, чуть-чуть, потом. Так, а где у нас тут такая штука, которая делает полосочки? Где она? Вот это? Вот тут. Раз, раз, вот так.
Так. Здесь что-то мы намудрили, вот тут, мне кажется. Тут намудрили, это явно. Тут тоже расстарались. Тут можно, конечно, вот эта сужающая штука работать. Так вот. Но она плохо работает. Я лучше возьму вот этот дров. Нажму. Поменьше сделать F вот. И потом, зажав Ctrl, здесь сделать такие вещи. Потом это разровнять на елке. Сейчас еще маленько поработаем тут вот. Побольше надо сделать. Я не знаю, как вам, но мне в принципе нравится. Было сделано так, как хотелось. Все получилось вроде бы. Ну, пошли посмотрим, что из этого вышло. Вернемся в объект мод. Откроем наши глаза, все вот это. И смотрим. Ну, это то, в общем-то, что я хотел. Да. Единственное, надо сейчас проверить, естественно, что здесь сейчас полигонов как мало не горюй, да? Ну, посему предстоит ремешать, это однозначно. Так, где у нас там этот? Ремеш там. Подождите. Вот оно, 5000, ну это много. Давайте две сделаем. Попробуем ремонт на две штуки. Работает? Да, что-то считает. Так, есть. Он сделался так, как нужно. Не обращая внимания. Камера. Камеру убираем. Главное, что ремеш сделан очень чисто, мне кажется. Ну, такое ощущение. Вот, да. А бороться с этим мы можем спокойно таким образом. Первое. Мы улучшим это. Как говорят немцы, verfeinern wir. Verfeinern wir. Так, Subdivision. Можем взять один. Мне кажется, этого будет достаточно. Попробуем, во всяком случае. Говорим о play. А здесь говорим Shade Smooth. Все, ребят. Я вас поздравляю. Голова готова. Единственное, что вот тут. Я не знаю, сейчас пойдем посмотрим. Скриптинге сможет он сделать. Я возьму сейчас вот этот маленький, сделаю G VF, такой вот такой, и скульптинге. Так, этот ремеш мне не нужен.
надо включить X. Вот. И попробую сейчас вытянуть. Фига здрыга, да? Нет, это не пройдет. А, мы не тем инструментом владели. Вот так, все правильно. А теперь вот этот уже по иксу. Ой, вот здесь заранее. Нет. Так вот оставим. Ну, покорежили, конечно, что там говорить. Нет. Это не годится, ребята. Это не годится. Мне это не нравится. Все было красиво, хорошо. Я сейчас попробую по-другому сделать. Нет, вот. Вот это вот, допустим. Выбрать, если. Это так, секундочку. Она это лучше, мне кажется, будет. Так. Далее. Цикл. Вот. И потянули. G. Потянули. Не очень красиво. Не там ее делаем. Надо ее делать вот тут. Теперь говорим. Цикл. Теперь говорим, уменьшаем. Так. И поехали. Е немножко. С немножко. Е немножко. С немножко. Е немножко. К примеру. Так. И саму эту штуку мы сейчас возьмем ниже. Так вот ресничку потянем, да? Но беда в том, что на этом. Ладно, мы сейчас по-другому сделаем. Она портит. Скажу вот так. Или еще лучше, ребят, чем учусь? Ерунда это все. Мы с вами сейчас берем
вот этот патч. Сейчас возьмем патч, только идем в объект мод, берем это. Вот именно, чё ерундой мается-то, ёлки-палки. Где у нас курва? Патч. Эти все мы уберем, не нужно нам. Так, патч перевернем, R. По Y. На 90%, ну где-то вот так, даже так вот. Так, S по X уменьшаем, подводим сюда, идем и говорим геометрия, вот этот вот, вот так. Так, а дальше переходим в Gitmod, берем этот, говорим махонькой. Это Alt-S, по-моему, здесь работает. Да, Alt-S здесь работает. И потянем наверх. Вот так. И потянем вбок. И этот тоже возьму. Вот, вот вам ресничка, чего мы тут мучились-то. G, единственное, что поставить теперь надо правильно. Маленькую. G. Где у него там находится? Это Origin оригинал. R разворачиваем. R разворачиваем. Уменьшаем маленько и ставим. Неправильно, так не бывает ресницы. Ресницы бывают так. По Y. Ресницы по Y. Наверх тянутся. Так. Вот. Зато теперь. Так. Хорошо. И R по X. Вот. Вот это уже ресницы. Правильно? Мы их сейчас подвинем уже вот сюда. Вот сюда. Сюда. И сюда. И еще. Еще раз R по Y. Чуть-чуть развернем. Так вот, по-моему. Так вот хорошо. И второй тут же. Тут Shift D. Ну, поболее. S. G. Вниз. Ну вот, все другое дело. Не сильно так, но так, теперь вот эти Gitmod. Мы должны вот это.
Эх, конец испортился. Вот так. Думаю, достаточно. Мы должны пойти сюда и сказать ему еще это будет черным. Вот так. То же самое сделаем. Получилось, не получилось. Потому что надо было сказать осижен. Вот. И то же самое мы теперь сделаем вот с этими двумя. Чуть вниз их. И тоже черные. Так, и это черное. Хорошо. Вот так. Как вы думаете, будем мы еще раз делать то же самое? Я думаю, что нет. Сейчас скажем вот это и это. Перейдем один мод. Одну из них надо убрать. Я думаю, вот эту мы сейчас уберем. Уничтожающая. Вот. А с этой мы поступим так. Выберем ее. Скажем, вот это так. Это и это превратим Ctrl-J в единое целое. Так, ну там что-то осталось у нас, видите? За глазом у нас что-то торчит. Непонятно что. Ну ладно, я надеюсь, не помешает. Так, теперь берем это. Ctrl-J. А, не получится, потому что эти надо сделать объектом, конвертировать в mesh. Вот, только после этого. Это, нет, это и это. Ctrl-J. Есть. Все-таки там что-то есть. Вот оно. Что-то не удалилось, короче. Опа. Вот это не удалилось. Вот это вот. Сейчас ее удалим. Она не нужна просто. Зачем она нам? Правильно. Вот так. Теперь. Вот этот объект мы пойдем и скажем дифер как раз 24 минуты mirror. Это скажем пока что коричневое. Вот такая. Ну что ж, я считаю, мы со своей задачей справились. Молодцы. Честно и хвала.
До следующего раза. Пока.